Всем большой привет! Хочу показать наши покупки, которые совершили в поездке. Настолько разнообразные тут покупки, что не знаю, будут ли они вам интересны, потому что тут как сувениры, так и подарки, и что-то из одежды. Ну, я буду показывать, а уже вы сами решаете, интересно это или нет. Всех больше досталось Максимке, это естественно. Он у нас самый главный турист тут. Максимка накопил, пока был дома, себе 500 рублей в дорогу и ходил их, держал в кулачке, чтобы сам себе купить какой-нибудь подарок. Что же он себе купил? Увидел он вот такие часы. Вот в такой интересной, там такой жестяной баночке. Он решил, что 500 рублей это очень-очень дешево для таких часов. И купил. Ну, на самом деле, они ему действительно понравились. Тут несколько функций. Вот я сейчас включила, они светятся в темноте. Ну, подсветка идет. И вот тут 4 таких кнопки. Можно как-то менять разные функции, что-то тут смотреть. В общем, от часов он в огромном восторге, носит их. Хотя рука там потеет на жаре, но тем не менее они ему настолько понравились. Говорит, мама, это самое лучшее, что я себе купил. То есть вот сам себе накопил. И вот такой подарок Максимка сделал сам себе. Следующий подарок, который ему сделали, тоже во влоге мы показывали, как мальчики совершают раскопки. Набор археолога. Выглядит коробка вот так, покажу боком. Действительно, такой кусок большой был глины. Но кто смотрел ролик о моей свадьбе, о нашей поездке, то видели, что мальчишки долбили вот такими молоточками и такой кисточкой смахивали пыль. Найти надо было в этом куске глины самоцветы. Их должно быть там около 8 штук. Так, сейчас я вам покажу вот с этой стороны. В набор также идет лупа. Так, поближе покажу. Вот такая вот. Ну, это как это назвать-то? Ну, как бы табло или я не знаю. В общем, для хранения. И мешочек для хранения. Камни обещают быть натуральными. И сейчас покажу, что же он откопал. Я покажу саму вот эту вот. Ну, в общем, вот мешочек сам и камни, которые он добыл. Тут и агат, и розовый кварц, белый кварц. Вот это фианит, кажется. Ну, камней оказалось больше, чем написано было. Очень много вот таких помелче камушков. Вот тут 2, например, даже. Вот здесь 2. Вот, где-то по одному. Вот тут такой зелененький, тут розовый, тут белых. Их тоже 2. В общем, это было очень интересно. С огромным удовольствием Максимка и Семен этот набор откапывали. Вот, лупа идет. И вот сам инвентарь. Вот такой интересный. И какие самоцветы. Тут тоже во вкладыше. Вот такой большой вкладыш был. И вот здесь написаны какие. Розовый кварц, аметист, доломит и агат. А, и чистый кварц, горный хрусталь. Вот. Вот здесь вот все написано. Ну, интересно. На самом деле это было очень интересно не только детям, но и взрослым. Я с огромным удовольствием сама вместе с ними все это дело смотрела. Замечательный подарок совершила, ну, сделала Максимке одна из наших родственников. Родственниц. Вот. Сейчас покажу следующее. Я уж тут с коробочками сразу. Давайте я это вот так. И остается, получается, вот этот вот, не знаю, как это таблицу-то назвать. Само вот это табло остается Максимке как сувенир. Память о том, что ему сделали такой подарок.
Второй подарок был тоже сделан его тетей. О нем он мечтал очень давно, просил у меня. Бывало, что в фикс-прайсе продавались такие термокружки. Но ему хотелось всегда настоящую, потому что в фикс-прайсе это недоразумение. А тут ему подарили такую, знаете, мужскую, Максимка сказала, очень солидная, крутая термокружка. Вот. Можно и поездку наливать, и на рыбалку, когда он сюда приезжает. Ну, в общем, Максимка в огромном восторге сказала, что это лучшее, что ему подарили в этот раз. И вот кружка, и вот этот набор археолога. Ну и я решила тоже не отставать от родственников и сделать Максимке от себя лично подарок. И купили мы ему, ну, он сам выбрал, вот такой набор. Не знаю, видно или нет весь. Что тут? Это телемикрофон. Ну, в общем, агента. Камера для агента. Вот тут видно ребенок. Такой агент. Сама камера с двумя стеклышками заднего вида. Входят зеркала заднего вида. Шнур наушников с автоматическим скручиванием. Чистый звук без искажений. Чувствительный микрофон. Так, и сейчас скажу, что это вообще такое. Я покажу вот так. Что это? Вот тут и телескоп, съемный фонарик, наушники, видеоискатель. И, кстати, очень-очень громкий звук. Действительно, можно этой штукой подслушивать. Вот. Макс у нас стал теперь таким агентом. От этого подарка Максимка в восторге тоже. Ну, в общем, он приедет домой самым счастливым ребенком. Так, он тут уже открытый. Видите, он висит уже такой. Ну, ладно. Показала. Ой, цветочек вынула. Хотела потянуть за корзинку и выдернула цветочек. Следующее. Еще взяла вот такую игру. Мы любим вечерами с друзьями играть в карты в разные. Это, ну, как карты. Вот такие карты. Это игра «Представь». Я вот так приближу. Вот. По сути, видно тут, что. С Максимкой вдвоем поиграли. Но вдвоем неинтересно. Надо, конечно, чтобы народу было для игры побольше. Самое минимум это трое. Должен быть один ведущий. Так, вот так коробка. Вот так карты. И тут видны прилагательные. Какой. Да, и тут написано кто. Существительные. То есть сверху. И надо вот игрокам играть. И подбирать по смыслу. Ну, интересная игра, когда правила уже хорошо знакомы всем. И играешь на скорость. Оно действительно интересно. И получается весело. Дальше. Не знаю, будет ли вам интересна одежда. Максимке наконец-то купила рубашку. Искала рубашку с коротким рукавом. Это вообще какое-то безумие. Я не нашла рубашки с коротким рукавом. Те, которые я нашла, нам они, к сожалению, маловаты, узки. Взяла Максимке дневник. Вот такой симпатичный. 1-4 класс. Очень понравился этот дневник. И взяла две тетрадки общие. Одна вот такая с совой. Многие любят тетради с совой. Причем, знаете, она интересна. Вот, видите? Титульный лист какой. Тут прямо совушки. И сзади такая же последняя. А остальные листочки в клеточку. Покупала, по-моему, я в Магните в семейном такую тетрадь. Она мне вот прям реально очень понравилась. И еще вот такая сова была. 48 листов в тетрадках. Ну, это также оформлено точно так же. Цена была недорогая, в районе 20, наверное, рублей. Вот эти совы стоили.
Дальше что мы купили? Зашла в Литуаль, взяла себе вот такой сувенир. Бон аппетит. Не знаю, для меня бальзамы являются вот эти круглые, больше как сувениры. Так он мне понравился. Ну, решила, что мне оно надо, пусть будет. Так, ну еще один сувенир, как я мимо мыла пройду. С грейпфрутом, очень вкусный. Мне кто-то из девочек советовал когда-то Камей взять грейпфрут розовый. Ну и, конечно же, куда теряться, я как увидела, сразу взяла. Так что, кто советовал, огромное спасибо. Нашему папе и нашей бабушке мы взяли вот такой подарок. Это шкатулка, она же коробочка с чаем. Чай здесь идет. Ну, давайте вот так покажу. Черный байховый, да, цейлонский. Ну, в общем, видно, да? И сама шкатулочка музыкальная. Ну, вот такая вот она прям красивая. У нас дома нет шкатулок таких музыкальных и не было никогда, поэтому Макс в таком восторге говорит: мама, я думаю, что папа с бабушкой эту шкатулку оставят мне. Ну, я тоже так думаю, что в итоге она будет просто Максимкина. Далее, что я еще взяла? А, вы знаете что? Я у нас в городе не видела, а здесь просто меня носом ткнули. И очень мне понравились вот эти конфеты от Лами. Я с собой взяла, но дома поищу, конечно, в магазинах. Если у вас есть возможность такие конфеты купить, и у вас вы еще такие не пробовали, это очень-очень вкусные конфеты. Называются от Лами. Поэтому рекомендую. Вот я раньше их не пробовала, только-только с ними встретилась. Так, что у меня тут еще осталось? Очень понравился вот такой микс. Не знаю, это уже, наверное, вообще никому не интересно, кроме нас с Максимкой. Это когда можно набирать разные конфеты. Вот такие вот, всяко разные. И Максимка себе тоже разных тут брал змей и всяких вот таких вот интересностей. Ну, мы люди деревенские, можно сказать, из провинции, поэтому нам все это очень интересно. Магниты. Первый магнит мы взяли с Дубной, потому что Максимка был впервые на рыбалке здесь. Поэтому взяли такого прикольного рыбака. Макс поймал первые в своей жизни три рыбины. Вот он такой вот деловой пришел, как вот этот вот дядька. Хотя мы живем в Кимрах, но Дубна тут рядом. Раньше жили в Дубне. Ну и эти города настолько близко, что мы то туда, то сюда катаемся. В общем, мы и там живем, и тут живем. Этот мы взяли магнитик в подарок. Тоже удобно, мальчик с девочкой. На белом холодильнике смотрится бесподобно вот такие черные силуэты. И себе еще взяли один. Говорю, у нас холодильник прям резиновый скоро будет. Растягивать его начнем. Тоже дубна, и тут уже три кошечки и сверху три птички. Вот так вот на белом фоне смотрится, ну, действительно красиво. Так, что еще показать? Ну, в фикс-прайсе я показывала, мигнула такая корзинка, но покупала ее не в фикс-прайсе. Она уже с нашими тоже сувенирами из соснового бора. Мы привезли шишек, и вот такая красивая корзинка была куплена. Я хочу сказать, что вот в фикс-прайсе по 50 рублей намного-намного все дешевле. Но там нет таких маленьких. А мы вот за 63 рубля в посудном магазине нашли вот такую красивенную корзиночку маленькую. Так, что еще-то вам показать? А, вот еще. Максим к себе еще вот насувенирил такой стакан. Сказал, что ему это надо. Вот с такой машиной. Я не знаю, кому-нибудь это интересно. Я хвастаюсь, когда деревня вернулась из города, с базара. И хвастаюсь, счастливая. Ну уж трусики Максимкины показывать не буду, или уж показать. В общем, вот разноцветные взяли, вот с такими обезьянами смешными, написано «банана». Мы взяли ярко-оранжевый и зеленый, так что у нас теперь самый красивый пацаненок. Ну и все, наверное, все. Фикс-прайс я уже показывала, вот у меня тут рядышком вот такая очень удобная корзинка, я ее показывала. И в фикс-прайсе еще взяли вот такой магнит, от которого в восторге. Просто у меня тут рядышком все лежит. Я все повынимала из сумок. Сегодня мы уезжаем уже домой.
И я подумала, что сразу все сниму, сейчас упакую, а дома буду выкладывать уже сразу по местам и не буду съемками заниматься, потому что подарки буду сразу показывать, класть на место. И некогда будет, боюсь, что я не смогу уже снять покупки в поездке. Вот так закончилась наша поездка. Остались мы в полном восторге, как я говорила и в предыдущих роликах. Кому интересно, то посмотрите все влоги, которые я снимала последнее время. Там и ярмарка, и покупки с ярмарки, и наша прогулка по Волге, и кусочек свадьбы. Ну, не знаю, много всего интересного для нас. Так как отпуск бывает не так часто, то он особенный каждый раз. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто был со мной. Буду упаковывать теперь все свои покупки, подарки. И будем собираться в дорогу домой. И следующий ролик уже будет из дома. Всем пока, до новых встреч!